13 января в России отмечается День российской печати. Он связан с исторической датой, первым изданием российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра I в 1703 году. На сегодняшний день в России зарегистрированы тысячи печатных изданий. Ежедневно они распространяют миллионы экземпляров своих работ. В Магадане также трудятся десятки человек, причастных к печати, которые с уважением относятся к труду своих коллег. Накануне профессионального праздника Дня российской печати хотела бы поздравить своих коллег от лица медиахолдинга «Вечерний Магадан» с профессиональным праздником. В первую очередь пожелать крепкого здоровья, особенно это актуально в период пандемии. Также хотелось бы пожелать творческих успехов и реализации наикрутейших проектов. Отдельно хотелось бы обратиться к близким, родным, друзьям, журналистов. Наберитесь терпения, побольше вам мудрости, потому что жить и общаться с журналистом, поверьте, это очень непросто, и вы, наверное, меня понимаете.